Мы слушать пришли, я людей собираю всех по всей деревне. А мы не хотим, чтобы ну, вы мало снимали. Что вы не хотите, не командуйте так, здесь. Тогда мы не будем участвовать. Ну, это ваше дело, ваше. Тут дома нельзя это командовать. Мы снимаем в милиции, в КГБ, везде. А вы зачем? Наоборот, старайтесь, чтобы это шире было известно. Вы, если настоящий верующий, разве можете прятаться? Вы, наоборот, сделаете, чтобы вся вселенная знала, что вы Христа знаете. А мы, я не хочу, да мало что вы не хотите. Ладно, хорошо, давайте. Вы говорите, братья кто... наши еще там. Да, мы всех обошли здесь. Я не в этом доме только не был. Больше людей нет у вас? На работе же все, же деревни. Мы тоже в деревне живем. Ну, значит, а как в деревне? У нас разная комплекция. Мы, знаете, встаем в 4:40 каждый день. А спать уже во сколько Бог даст. Дороги делаем, пруды и все сами. Мы не государственная структура. Начнусь, можете увлечь. Ладно. Ну так остальным это сказали, не они ли? Я тот край весь обошел, сказали пока. Ну что, не весело это. Пошли. Да вы прям здесь можете? Нет. Еще. Да здесь лучше, на открытом воздухе. Можно здесь? Пожалуйста. Вон видите, сколько идет людей. Тут мать с тремя младенцами сидит, ей поднял. Тут бабушка больная. Остальные, кто на покосе, кто где. Видишь, сколько людей идет. Идите, говорит, возвестите всему миру. Я из тех разов помню, вы где-то на Благовестие ездили, да? Да, ездили. Вы не с Табунских? Да. Ваши-то ездят, а мы приехали. Даже с одним человеком не позволили встретиться. Хороши вы из себя. В смысле? А да. Какой смысл? Смысла-то и нет никакого. Пойдемте в школу, дождь собирается. Не надо. Мы приехали к Игореву отцу, зашли в библиотеку. Она повесила своим пресвитеру категорически против. Вот и все. Мы были там, мы тоже ездили с Благовестием. Ни под каким видом не допустили встречаться. Значит, чья-то вера сильнее. Чего прятаться было? Мы прошли докуда? До Владивостока, до Лиссабона. Полностью захватили Скандинавию, Прибалтику, 6 мусульманских республик, Турцию. И везде 38 книг свои дарили, везде встречи. А в табунах встречи не было. Вот видите. Вот так. Это навсегда уже запечатлено. Ни под каким видом. А при том, у него, у Игоря, там мать-то баптистка. Да. Да. Ни под каким видом не пошли на встречу. Это разве можно так? Вон, смотри, сколько собрали. Ладно, все про брак пишут. Записано первое, как будто и нет ничего. Написано, хорошо, так.